Ну что, дорогие друзья, я всех приветствую, с вами Драгин, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас Only Up, мы продолжаем ее проходить, подниматься все выше и выше. И, ребят, сразу же хочу сказать, то, что отсутствие роликов по Only Up, сказывалось из-за того, то, что тут не было сохранений твоих позиций, да, и я ждал, когда добавят вот автосейв или сохранение, просто чтобы... Ты записываешь ролик, остаешься на таком-то месте и продолжаешь оттуда же. Или же у меня была вторая идея записывать стримы по этой игре и проходить. Но разработчик увидел, видимо, мои пожелания, чтобы добавили автосейв. И, собственно говоря, теперь мы можем спокойно проходить все дальше и дальше. И у нас будет сохраняться это же место. Вот, всем приятного аппетита, кто кушает. Всем приятного просмотра. Ну, а мы начинаем. Кстати, о этой проблеме я рассказывал в телеграм-канале. А те, кто до сих пор на него не подписан, то обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. А мы, ребят, продолжаем. В прошлый раз мы немножко так прошлись. Вон, даже земля видна. Так, аккуратно. И сегодня мы продолжаем вот от этого домика. Дальше проходить и, черт возьми, я не знаю, сколько мы сегодня пройдем, сколько раз мы упадем, я надеюсь, что ни разу. Так, кстати, небо какое-то желтое, солнце, и, кстати, ой-ой-ой-ой, гениально, это просто гениально. Кстати, у нас тут выходило еще также обновление, где добавили, получается, отключение рэгдолла, то есть он просто падает, и добавили замедление времени. Для чего? Не знаю. Так, ну, кстати, достаточно высоко мы уже. Главное не сделать глупых ошибок, из-за которых мы можем упасть. А между прочим, аккуратно. Так, дальше, все выше и выше. Так, туда, да? Хоп. Ну, в целом... Так, на часике опять... Это пальма, да? Так, а нам куда дальше? Тихо! Не понял? Там не... Ладно, походу он не зацепился. Так, ну, мы хотя бы упали на дом, а не в самый низ. Это уже радует на самом-то деле. Так. Не, ну туда все-таки подниматься, это, конечно, жесть полная. Давай на дверцу, которая в воздухе висит. Вообще, привычное дело, каждый раз вижу, когда дверь в воздухе находится, медитирует. У меня там свои медитации у этой двери. Так, нам... А в смысле? Что происходит? Так, только не говорите, что я... Тихо, аккуратно, аккуратно. Мы можем соскользнуть. Мы можем соскользнуть, и это... Это будет беда. Полная. Так, На дверцу. Что-то мы немножко тут застряли. Хотя не хотелось бы. Не хотелось бы тут застревать. Охота идти дальше. Но вот вы сами видите. Один неверный шаг, и ты все, и ты падаешь. Да блин, я понял, что, походу, в чем дело. Я походу... Блин, не допрыгнул. Не допрыгнул. Так, ну только не говорите, что я на этом месте застрял. Оп. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Давай, хоп. На колесико. На вот эту фигню. Потом на следующую. Оп. Все, замечательно. Так, сейчас на пальму. И получается, нам надо будет сейчас аккуратненько пройти здесь. Оп, на трубу. И мы сейчас, я так понимаю, поднимаемся вверх, да? Ну да. Только главное... Оп, поднялись. Так, а нам точно... Так, нам, походу, надо вот туда. Такой вопрос. Нет, стой, стой! Я обосрался. Черт возьми, нету вебки. Я просто с открытым ртом смотрел сейчас и с круглыми глазами, как я падаю. Да. Так, куда я? Куда? Куда? Куда?
Блин, это, конечно, это капец. Там в целом я видел тоже вроде типа сейф-зона. Типа большая такая, большая, тихо, большая площадь. То есть, хоп. В целом, если что, если мы будем там падать, то мы упадем вот на эту сетку. Так. Оп, поднялись, все аккуратненько. И поднимаемся просто вперед. Не переживаем ни о чем. Аккуратно. Не спеша. Хоп. Поднялись. Так, фонарь. Вот на самом деле уже довольно-таки высоко. Уже земли практически не видно. Так, вот здесь, я думаю, надо аккуратно пройти. Так, чтобы не соскользнуть. Опа, нифига себе, ударился. Так, мы заберемся на этот танк-то, нет? Что это за танк, интересно? Оп, аккуратно. Тихо. Е-мата, а чё вот так, такие маленькие предметы? А? Не, ну предметы реально маленькие. Так, это мне сейчас надо аккуратненько пойти по дулу, по орудию танка. Хоп, и мы залазим на коврики. При том, что эти коврики сейчас будут уменьшаться. Хоп. Аккуратно. Аккуратно. Оп. Так, на телевизор. Черт возьми, мы уже очень высоко. Самолет. Так, ну... Ема, там еще один самолет. И капец, сколько там объектов. Охренеть. Пацаны. Не, ну это жестко. Это реально жестко. Аккуратно, на скамеечку, на скамеечку. Тихо. Вот здесь? Это опасно. А как это пройти? Мне страшно. Это... Блин, какой фильм был, где там чувак проходил... По канату на высокой высоте в цирке, по-моему, это было. Так, у меня вопрос. А, на крыло мы просто запрыгнем, да? Не, ну это капец, это жестко. Тихо! Нет! Иди, идиот! Какой я просто Александр. Просто взял все и испортил. Да, я не специально, пацаны, если что, это сделал, это получилось совершенно случайно. Тихо, аккуратно. Так, не, ну мы сейчас быстренько поднимемся, в целом, здесь не так уж и трудно. Но там я, конечно, накосячил просто, во-первых, знатно, во-вторых, по-глупому. Я же залез, все идеально, но надо было еще раз прыгнуть. Причем я случайно... Нажал. Так, аккуратненько. Тихо. Сейчас вот здесь аккуратно мы проходим. Вот совершенно аккуратненько. На тоненького. Потому что веревочка не прочная. А прикиньте, она бы еще имела физику, и она бы качалась. Это же, конечно, это капец, жесть. Так, все, идеально. Мы на Боинге каком-то, на грузовом, который называется АС-1024. Так, у нас тут какая-то... Но я, в принципе, думаю, можно на этом и закончить. Почему бы и нет? Хоп, все выше и выше. Дальше, я думаю, в следующем видосе, я постараюсь его как можно быстрее сделать, в следующем видосе мы попробуем дойти вот до вот этого шара. Дорога туда, конечно, это просто жесть. Но мы попытаемся пройти. Вот, а сейчас мы... Тихо, чего он не забирается? О, забрался. Да тихо. Так, ну все, в палатке. Ух, нифига, там уже ночь. Ну, ладно. А здесь? И здесь ночь. Мы где-то ближе, все ближе к космосу. Кстати, ночь довольно-таки прикольная.
Могу так сказать. В общем-то, ребят, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор это не сделал. Пишите крутые комментарии, я их всегда лайкаю. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока!